strange. Бояться, когда выходишь на улицы города. Ну да, сегодня рады всех видеть. Давно не виделись. Часть лиц не видели с бразильского тура, часть еще раньше. Представляем новый альбом, который пока появился на кассетах. Дальше планируется его издание на виниле и даже CD. Петропавел заморочился. Старый будет, старые все на сцене. Следующая песня, кстати, будет на стихи старого не до участника, не до директора, не до мандулиста, Билл. Правильно, даже поперхнулся сам, Белова. Александра Сергеевича Белова, да. Готова следующая песня. Ну, как бы загадка про НКЛМ. Как про встречу называется, загадка Белова. Угадайте, кто это? Кандидат, банкир и баба, инвалид, еврей и жаба. Минус еврей, но осталось то же самое. Давайте. Что это?
Спасибо. Шалом, Белову. Каракатица, немножко давайте внесем русского народного дебита. Спасибо. Писатели. Как говорится, что только не пьет русский писатель. Текст был найден в одной из газет начала 20 века с исследованием, что пьют русские писатели в трактирах. Из выдержек этого оригинального исследования была составлена следующая композиция. Как говорится, все пьет русский писатель. И курица пьет. Как же не пить русскому драматургу? Лёх, ты загнал. 8 раз. 8. Здорово пьет русский писатель! Все пьет русский писатель! Разве жилу не пьет, и Берлера не спрашивает!
самому драматургу. Читайте книжки. Спасибо. Там какая-то оппозиция встала, мне кажется, что? На заднем плане. А, гетто. Да, там гетто реально. Либо гетто движется к нам, либо мы идем в гетто. А, кстати, сейчас будет песня, кавер. Давайте гетто, идем сюда. Биться, что ли, будем, не знаю. Там оружие выбирайте сами. Йоу. О, клево. Кавер на песню группы XXX. Оба-на. Не, можно пойти в бар и как бы вернуться. А можно не вернуться? Гетто, суровые законы. Давай, окраин. Даю. А в нашем гетто все играли в банке. Глаз из Толмачева. Спасибо. Знаешь, такое гетто. Смерч? Сазон? А, да, песня про сазона, поселившегося в живых людях. Я сазон-утопленник. Да. Я сазон-утопленник! Хочу погулять тебе. А кто меня посадил в тебя? Благодарствуем. Песня на стихи греческого поэта Эсхила про черный смерч, который давлеет над всеми нами, нашим государством. Ебать его нахуй. Do it today.
Христа ради! Христа ради! Господи Иисус! Золотые слова! Христос, говорит, навел на мысль. Давайте за... Бог поможет. Минута хэви-метала в ленту. Алине, нашей замечательной басистке, Лемонифик, исполнится на днях день рождения. Примерно 10 назад, 10 лет назад мы подарили ей на день рождения бас-гитару. С тех пор Алька с нами. Творчество, любви, охуения. С днем рождения, дорогая. Оу. Хэви-метал. Спасибо тебе. Ну и тематически, как подарок от мужа, песня «Жена». Песня про смерть, как водится. Поехали!
оставьте там немножко тортика и свечек для именинницы. Конечно, хлеба сфоткайте для Инстаграма, она потом зарепостит. Опа. Все, давайте что ли, жену? Йоу. Погоди. У нас день рождения, имеем право. Погоди. Кто щелкает? Извращенец. Это вот он. Готовы, короче? Давайте, короче. Оп. Давай, хуяч. Оу. Жена. Какой-то фейерверк прям. Что, сыграете или нет? Что там? Жена! Ну, для Альки специально. Немножко популярной музыки в ленту. Сейчас прямо ебанем метальчику лесного. Кто-нибудь был в лесу недавно? Oh!
была злая песня, поэтому никого не будем благодарить. Ну, настало время, как бы, песни с нового альбома. То, что происходит сейчас на улицах нашего города, прям настоящий вадон-то. Давай. О, Лёх. Вадон-то это ты. Да-да, правильно, правильно. Бей его. Кто это был? Я. Техник. Кажется, с одной организацией. Вадон-то зверь, больше слона. О трех рогах конская голова. Страшно его видеть. Современная Россия, да. Про терпение жаб, правильно. А сейчас реально death metal, кстати, будет. Что ж, и тебе.
типа. Че там? Ква. Ква. Постпанк. Ну, актуальная песня, чтобы попасть в модные клубы и на модные фестивали, типа Скорбь. Перестраивайся. Ой, перестраивайся. У нас, да, в принципе, ни одна группа Sonic Youth может перестраивать свои гитары. Мы тоже можем перестроить балалайку, чтобы звучать более минорно и постпанково. Главная атмосфера. По-хорошему, можно даже не перестраивать. Главное, чтобы был сам по себе процесс. И была тема, что мы нашли правильный строй для отображения на русской балалайке западного постпанка. Хотя сейчас постпанк вполне даже русский. Но на самом деле, да, песня о том, что рыбы наблюдают над всеми нами, молчат, разговаривают и в конце концов показывают, что это созвездие рыб. Давайте, рыбы. Ну это постпанк, блядь, давайте. Да давай. Оу. Да, это для рыб, это для рыб. Давай. Есть ли рыбы в зале? Каждый твой шаг все твои мысли. Панк, детка. Йоу. Джазок. Спасибо. Ну да, постпанк всегда актуален. Джазок. Немножко джаза и оргазма Нострадамуса. Давай. О, Алька. Вместе с барабанами же. Интеллигентная публика, привет! 7000 лет известно, травка есть миролюбива, мало кто дает и бреет, сказал. Миллионы лет летает, видит мульт россиолете, зверь и волк, и акулы стрекоза. Человеку доверяем, италиста нелюбима, в Хабакирку по латыни казах.
никому не доверяешь. И на лицо не любимость. Надо на то положить стрекоза. Спасибо. Оу. Лёха, Лёха. А, чёрт. О боже, чёрт. А можно, чёрт? Давай, Вова. Илюша, как бы, лучше я дам пиво. Благодарю тебя. Муж поставил тебе. Ой, какие вы все хорошие. Как люблю вас всех. Стоит только альбом выпустить, чтобы были все такие добрые. Пиво тебе и водка. На самом деле, следующая песня тоже из новых. С нового альбома, возможно, все послушали ее. Автор текста – известный разбойник Ванька Каин. Какого века? 16 века? 18-го. А, был известный разбойник 18 века, его боялось все государство. Колян, подожди. Нет, плюс 4 еще добавишь, 400. Вот. Ванька Каин, да, он держал в страхе все государство и писал стихи. На основе одного из его стихов мы сделали песню. Изначально называлась она «Работа 2», потому что одна песня слишком известная, но как бы решили назвать ее все-таки нонконформисты. Не исключено. Заработали, думаю. Но пока что песня «Черт» либо «Работа 2», как хотите называть. «Работа черт». Давай, черт. Ну там все понятно, думаю. Давайте, да. Как гусь, ешь хлеб, как свинья, а работаю тебя.
будет. А, ну а сейчас... Что там? О, номер один. А? Номер один. Что номер один? А что и нет? Как говорилось в мультфильме, Вовка в тридевятом царстве, поработаем немножко, рассчитаем за урок, сколько надо шлакоблоков, чтоб дворец построить. Чтоб хардкор построить в срок. Ну да, мы уже построили, сейчас разгребаем, давайте. Да, именно, Вова. Работать никогда не работать, никогда не работать, никогда не работать, никогда. Работа, работа, береги на Федота, Федота на Якова. Работа, работа, береги на Федота, Федота на Якова. Я кого-то всякого. Работа, работа, береги на Федота, Федота на Якова. Я кого-то всякого. Работа, работа, береги на Федота, работа. Среди нас вампиры, то есть охуенно для вас специально песня группы Lightning Bolt, Dracula Mountain. Грека из Лаки. Как говорится, раскачаем этот мир! Предпоследняя, да, потом едем.
Это никого но, не ебет, Леша. Там никого не ебет, никого никуда не ебет. Короче, похуй, играем. Похуй, по нахуй, Грека. Грека через реку, видит грека в реке Ра. Полу грека руку в реку, рак за руку в реку Ца. Кромсал все под водой. Песня, да, завершающий альбом. Подумали, что нас уже говорили, а что все песни про животных? Говорят, не про все. Вот, подумали, что животных много, а растений мало. Поэтому появилась песня про растительный мир, который постепенно окутывает нашу животную сущность. Вот там все по традиция плотфолка трагично, мрачно и безвозвратно. Растения нас встретят, растения нас и проводят. Быстрее! Кстати, да. Медленнее, медленнее. Пока что мы еще моллюски, и тему грибов не задели. О, нормально. Не, по-моему, быстро, нет? Не быстро? Короче, давайте немножко плотфолка внесем в ваши ряды. Get it on! Get it on!
Спасибо, Вадонда родилась, пришла в этот мир. Спасибо. Всем желаем злой ночи, да прибудет с вами злой металл. Я вас люблю и ненавижу. Давайте аплодисменты. Алине, слушайте, ребята, есть такая тема, что мало хэви-метала в этом зале. Давай сейчас хэви-метал посвятим Алине, потому что она с нами ждет. Давайте, короче, не, да. Не пойдешь? Ну, хотя бы козу сделай. Может, лучше давайте. Шудейзинг? Раз, два, три, четыре. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Манифик! Спасибо! Всем металл!